Всем привет, друзья! С вами Slim Cybernake, и сегодня у нас опять новая игра, и я начинаю прохождение игры Lutios. Возможно, это не хоррор-игра, но, тем не менее, игра достаточно мутная и темная. Ну что ж, давайте начнем. В принципе, в Стиме я видел, что их уже несколько частей, ну, две по крайней мере, вот, возможно, уже больше. Ну, начнем с первой. Так, я запускаю ее первый раз вместе с вами, и, как бы, я не понимаю, это сейчас, наверное, происходит загрузка игры. Ах, да, что-то есть. Можно помогать людям по работе, в работе по дому и получать за это вознаграждение. Достаточно долго грузится, конечно. Ну, будем оправдываться тем, что это первый запуск. Так, я звуковые настройки, в принципе, вроде бы немножечко убрал. Звуки, музыку, по идее, меня должно быть нормально слышно. Так, 6 июня 72 года. Адски холодно. It's time to blow out the candles. Remember to make a wish, honey. That's my boy. Very good. Happy birthday, son. Не радует уже, что есть русские субтитры. Man, they grow up fast. I bet you can remember my 6th birthday like it was yesterday. Mary, could you please clean up? Lucius can help you with the dishes. He can stay up later this evening to play with his new toys, but in bed no later than 10. Yes, ma'am. Так, ну я так понимаю, что мы будем играть за вот этого мальчика, Люциус, позже сегодня вечером. Такой графончик подуставший. Игра, ну игра, наверное, года 12, а может еще раньше. Что-то все замерло, я не понимаю, что происходит. Нажмите пробел, чтобы пропустить, ничего не пропускается. Так, был какой-то галюн. Так, нажмите пробел, чтобы ознакомиться с информацией на игровом экране. Жмем. Так, информация на игровом экране. Выбранное сейчас умение. У нас какие-то способности. Есть индикатор обнаружения. Текущий уровень умения. Текущий уровень силы. Так, пользуйся мышкой, чтобы смотреть вокруг. И ходи с помощью как бы обычной кнопки, да. Возьми замок на столе. Со стола, нажав левую кнопку мыши, берем замочек. Отлично, мы взяли новый предмет.
Чтобы прятать, доставать предметы, нужно нажимать кнопку мыши 2. Так. Ага, типа в карман засунул. Угу, все, так. Чтобы открывать, закрывать двери, нужно указывать на них и нажимать кнопку 1. Так, нажали мы кнопку 1. Замечательно. Закройте дверцу холодильника. Ну, я же уже закрыл вроде. Но я закрыл. Что? Это не холодильник, наверное. А, на нее замком. Мне надо взять замок. Ага, здесь тетка убирает. А, типа, убей своего соседа, что-то в этом роде. Так, правой кнопкой замок, так. И левая кнопка мыши, да? Есть, да? Отлично, мы закрыли. В холодильнике недостаточно холодно. И что сделать? Вот, наверное, что-то. Регулятор, да? Тетка замерзает. Блин, ну заставки, конечно, это хорошо, но... Вот так вот. Пацанчику 6 лет вот такое исполняет. Закрыл служанку и спокойно пришел спать. Эмоции зашкаливают у него на лице. Я так понимаю, что большую часть игры мы будем смотреть заставки вот эти всякие. Так, служанка, походу, все замерзла. А пробел можно скипнуть. Ну, я не знаю, что за ерунда. Нажмите пробел, чтобы пропустить, но что-то не особо пропускается это все дело. If I put the pieces together, this all started years back, with the arrival of a new life. Dante Manor was a place filled with darkness, and there were outward ambitions and hidden histories in that house. Это только начало. Служанка — это первая. I tried to help этого ребенка. I should not have become so involved. But how these things unfold when we are thrust on the scene? I can't account for it all. В общем, на протяжении всей игры мы, наверное, будем гасить всех жителей этого дома. И при этом нам надо это сделать типа безнаказанно, я не я. It's a mark. A mark I should have noticed. Не спалившись. At its source, at the center of it all, was the boy. Так, у некоторых людей что-то там не успел я подсказку прочитать. Lucius, there you are, and here I am, finally, face to face. It's okay,
You can trust me. You know who I am. Ну, диалоги, друзья, я не буду зачитывать слух. В принципе, я думаю, субтитры вы сами сможете прочитать. Так, новый предмет в инвентаре. Мы взяли уже записную книжку. Так. Е-инвентарь, записная книжечка. Листается все. Ага, что-то тут мигает. Мэри. Горничная Мэри. Мэри чистит холодильник. Я нашел замок от стола. Он может пригодиться. Мэри замерзала насмерть. Я должен вернуть замок на место, чтобы никто не заподозрил, что это был я. Так, ну, походу, в принципе, это наше задание. Нам надо вернуть замок. Окей. Разобрались. Так, новый предмет в инвентаре. Фонарик. Что это? Новый предмет. Возьми фонарик и батарейки. Так, взял. Открываем Е. Став батарейки в фонарик, нажав кнопку мышки 2. Вот. На батарейках, а затем нажав кнопку мышки 2 с помощью колесика. Что тут, короче, непонятно. Так. И колесика. Так, и... Вроде бы правильно, да? Я вроде бы батарейки ставил фонарик, да? Так. Отлично. Так, вот это что еще за штуки, Сэм? Не берется, да? Что-то я не знаю. And hide it where nobody can find it. Otherwise, they will discover you. Так, тебе нужно взять этот замок, и поверить мне, чтобы это произошло. Короче, что-то я. Go now, get the padlock. Впереди возьми замок, пока взрослые не проснулись. Ну. А куда идти? Как что? Может, что-то взять еще надо? Непонятно, что происходит. Возможно, это заставка была, это был сон там или еще что-то. Ты можешь комбинировать предметы в инвентаре, но в принципе мы уже это поняли. Куча заставок, долгие загрузки, блин. И минимум действий при этом. Такая игра, не устанешь. Ну, по крайней мере, мозоли на пальцах рук не натрешь, нажимая на кнопки. Я это имел в виду. Ну да, вот он, наш герой, которым мы управляем, только просыпается. Бег, нажимайте левый shift. Так, ну, фонарик, я так понимаю, все это у меня осталось. Так, нажмите кнопку M. Нажимаем кнопку M, и так, нам... Ага, это типа показывает подсказка, как нам добраться до кухни. В общем, налево. Проходим в правый коридор направо и налево. Ну все, в принципе, вроде бы как бы открыли и побежали. Ой-ой-ой, что-то я, короче. Что за фигня? А, тут дверь, типа вот так, да? Я что-то пропустил, а ну... А, ну все правильно, там по ступенькам дальше, да? Так... Нет, следующая. Следующая дверца. Угу. И по ступенечкам спускаемся. Так, а тут? А тут, а тут, а тут. Так, направо, в общем, как-то. Не-не-не, я неправильно. Там кто-то спит. Чуть не спалился. Да, сюда. Так, отлично. Здесь что-то я... Что за фигня? Ну да, здесь куда-то сюда. Вот эта вот дверь, да, наверное, да. Так, замечательно. Вот мы на кухне. Так,
мутим замок. Так. Теперь иди возьми замок, пока взрослые не проснулись. Так, ну это весь диалог, я так понимаю. Так, Мэри. Ну да. Замок взяли. Так, новая запись, записной книжки Кью. Мэри, так. Я взял замок, я должен положить его в карман, чтобы никто не нашел его. Он может пригодиться потом. Вот так вот. Одноразовый замочек. Что, какой телекинез? Что за зачем? Смотрим заставочку. Полиция, все дела. Detective McGuffin, what do we got here? It looks like a cardiac arrest, sir. The woman collapsed in the walk-in freezer. This was probably caused by the sudden change of temperature. She was in her mid-50s. Все на несчастный случай. Typical of women her age. Did you talk with the owner of the house? No, sir. They're waiting for you in the kitchen. Ну, действительно получается, что мы практически в игре не играем. How can something like this happen, detective? Was it a seizure of some kind? We'll look into it, but it looks like a case of misadventure. I'd ask that you stay clear of the kitchen and keep staff away while we clean up. Just relax and focus on getting life back to normal. Thanks, detective. We'll try our best. Курение убивает. Ну, я так понимаю, мы справились с первой жертвой. Это был, наверное, первый этап. Тогда, наверное, это будет все в первой части, друзья. Такая вот игрушка. Ну, дальше, я думаю, должно быть повеселее. Это как бы первая такая пробная миссия. Обучение, что ли. Вот. Сейчас, теперь мы кого-то будем с помощью сигарет, наверное, убивать. Так, заставочка скипается. Hi, thank goodness you're here. Things are a mess. This could have real negative repercussions in an election year. It's a private matter and an unfortunate accident. The press will keep out of it. I've seen to that. I could always count on you, Gene. Make yourself at home while I tidy up some papers. Just ring for Alistair if you need anything. Take all the time you need. Так, друзья, ну, в принципе, все. На этом первую часть мы закончим. Вот, до новых встреч. С вами был Slim Cybernake. Подписывайтесь на мой канал. Всем пока.